Ох, и намучилась я с этим ремонтом. Бабушка, давайте я помогу. Ну, чем ты мне поможешь? Запчастей, ты говорят, нет. Тебе помогу. Ну, чем ты мне тут поможешь? Помогу. Так-то легче? Так-то намного легче. А вот чтобы она стирала, не можешь сделать, внучок? Нет, бабушка, лучше я тебе сделаю, чтобы она летала! Господи! Да летать-то мне зачем? Зачем? За запчастями! Таджикистан. Богата историческими памятниками эта земля. Великолепная архитектура, неповторимый колорит народного зодчества. Чтобы сберечь их для будущих поколений, Республиканское министерство культуры создало госинспекцию по охране исторических памятников. Ее руководитель, товарищ Таатов, четко представляет поставленную задачу. Цель нашей работы – чтобы все памятники старины влились в новую жизнь. Чтобы придали всем новый источник вдохновения. А есть памятники, представляющие особый интерес? Памятник Хаджа-Машат, по мнению ученых, один из первых медресе на территории Средней Азии. Если вы приедете к памятнику, увидите ту симфонию, красоту архитектурных деталей на фасаде этого памятника. Прекрасные слова. И нам захотелось услышать, вернее, увидеть эту симфонию. Но что это? Из купола торчат кирпичи, осыпаются углы, сырость пропитывает стены. Что происходит с Хаджа-Машат, спросили мы научного сотрудника Института истории Мамат Назарова. С каждым годом этот уникальный памятник архитектуры, один из лучших памятников таджикского зодчества, разрушается. Разваливается кирпичная кладка. Больше всего пострадала портальная часть мавзолея. И особенно вот эта арка, связывающая два этих здания. Кажется, в архитектурной симфонии зазвучали тревожные ноты. А вот здесь... У памятника Хаджа Нахшрон они звучат в полную силу. Проект реставрации памятника существует в течение 5 лет. Тем не менее, памятник не реставрируется. Непостижимо. Эти памятники дошли к нам из 12-го столетия сквозь многочисленные нашествия и войны. Так неужели наш 20-й век станет последним для этих уникальных сооружений? Этот вопрос давно волнует ученых республики и, в первую очередь, президента Академии наук Таджикской ССР товарища Асимова. Состояние исторических памятников у нас всегда вызывало беспокойство. Нас совершенно не удовлетворяют масштабы работ, проводимых со стороны Министерства культуры. Объем огромный, памятники значительные, а масштабы работ мизерные. Но ведь у госинспекции в непосредственном подчинении находятся специальные реставрационные мастерские. Материалов здесь немало, а рабочие руки тоже есть. Но справка о проверке хозяйственной деятельности мастерских приводит удивительные цифры. Удельный вес капитального ремонта памятников истории и культуры составляет лишь 30%. А где же остальные 70%? Мы обнаружили их в самом центре Душанбе. Вот такие фонтаны... И вот такие фонтанчики. И даже гранитная облицовка на фундаменте министерского здания.
Ну, а если остается время, в мастерских делают памятники. Но не исторические, а вот эти для кладбища. Неужели это работа реставраторов? Да, да, эту работу проделали силами наших специально научно-реставрационных мастерских. Ну, если к историческому наследию так относятся специалисты, то стоит ли удивляться, что на местах ответственные работники проявляют к нему каменное безразличие? Этот археологический памятник, который называется Марат Тепа, относится к 9-11 векам. Он представляет интерес в том плане, что это единственный памятник, который сохранился целиком, не разрушен. Но здесь решили построить животноводческую ферму, и все разрушили бульдозером. Теперь памятник погиб навсегда. И за это несет ответственность госинспекция Министерства культуры. Да, при такой работе древней культуры в республике скоро не останется камня на камне. И вы, товарищ Татов, на наш взгляд, сделали для этого немало. Сделано много, и нам хотелось бы, чтобы эту работу видели все. Я взяток не беру. А вам никто и не дает. А что это за сверток? Не знаю. Но его не было. А вы зашли, он и появился. Может быть. Так что это? Не видел. Ну хорошо. Тогда я сам посмотрю. Потом. Мне нужна ваша подпись. Так значит, это все-таки ваша работа? Там не написано. Где там? На коробке. Значит, там коробка? Так. Что? Саламандра? Нет. А что? Еще коробка. И все? Все. А вы что хотели? Я ничего. А почему вы тогда рвали, искали? Значит, ждали? Почему? По привычке. По привычке? А вы знаете, что бывает в наши времена за такие привычки? А за такие что бывает? Знаете? Ха, тут же ничего нет. Ха. Кто же там поверит, что тут ничего нет? Все же видели, как вы приносили. Зачем вы затеяли всю эту аферу? Тоже по привычке. Мне нужна ваша подпись, вот я и принес. Значит так, пора отвыкать от старых привычек. Забирайте вашу макулатуру и идите. А подпись? Подпись? Пожалуйста. Теперь с этим быстро. Так вы же ничего не написали, тут ничего нет. Так и тут ничего нет. Сейчас... Не те времена. Думать надо по-новому. Проявлять инициативу. Могут, когда захотят. Летите, голуби, летите!